Это видео сделал сын Веры Чукалиной. На кадрах масштабы коммунального ЧП после оттепели под водой оказался весь двор. Этот день Вера Андреевна вспоминает с ужасом. Неделю назад вода подступила прямо к ее ступенькам. Два дня женщина боялась выходить из дома. Вышла, открыла дверь, выйти. Я не могла выйти, потому что была вода. Ну и в сарайках вода, везде, в общем, вода. И я не знала, что мне делать и с чего мне начинать. Женщина переехала сюда 15 лет назад. Говорит, небольшие подтопления были и тогда. Чтобы хоть как-то обезопасить себя, Вера Андреевна уложила кирпичи и доски. Но со временем уровень воды стал повышаться. Вода немножко ушла частично, а вот сейчас я наступаю, и вот вода из-под досок все равно выходит. Хотя настил, и вода не должна выходить. Часть воды до сих пор осталась в подвале. Вера Андреевна говорит, не хватило 10 сантиметров, чтобы затопить весь ее дом. Так, сейчас 12 сантиметров, а было 35. Хозяйка вспоминает, вода стала скапливаться у ее дома несколько лет назад. Придомовая территория превратилась в пруд. Соседи даже начали разводить здесь уток, а на деревьях поселились вороны. Женщина утверждает, воде просто некуда уходить. Причина – неочищенные ливневки. Вера Андреевна неоднократно обращалась в местную администрацию за помощью. Ей обещали, что к ней приедут специалисты. Этой встречи женщина ждет до сих пор. Воды некуда уйти, некуда ей утекать, потому что там в канаве, там вот перекрыто. Она должна, по идее, вдоль пятиэтажки, там вот еще по садовой прокапан, вот, ну, сделанный, как говорится, отвод для воды, чтобы она в реку уходила. А так как она в реку не уходит, и вот эта вся вода здесь стоит. В администрации Юрьев-Польского нам рассказали, что уже выезжали на место. Дом находится в низине, поэтому весной всегда подтапливается. Несколько лет назад эту проблему пытались решить, установить водоотводный канал, но столкнулись с трудностями. Имеется там наличие коммуникации, в том числе и кабеля. Провести обустройство невозможно, потому что необходимо использовать грейдер, да. А при глубине допустимые канавы должна быть не более 40 сантиметров. Там имеется кабель. В администрации добавили, решить проблему таким способом на сегодня невозможно. Другой вариант – войти в комплексную программу реконструкции всего района, что также сложно. Чиновники посоветовали женщине, как собственнице участка, самой прокопать дренажную систему на своей территории. А это значит, что решать проблему женщине придется снова своими руками. Игорь Липский и Дмитрий Шаталов.